Новая достопримечательность появилась в Петрозаводске. Силы природы организовали натуральный провал в историческом центре карельской столицы. Экскурсии к дыре способны пополнить бюджет города, если организовать их с должной смекалкой. Граждане, приобретайте билеты на вход в провал! Детям 5 копеек, членам профсоюза 10 копеек, не членам... В очередь встаньте! При этом нет опасности, что взывающие к народной любви кандидаты в депутаты начнут позировать на фоне провала, обещая засыпать яму. Все желающие засветиться в средствах массовой информации в Сулажгаре. На прошлой неделе там появились таблички, запрещающие проход местным жителям, и начались земляные работы. Активисты из Сулажгары выступили против такого запрета и против любого строительства на этой территории. Кто ты такой? А ты кто такой? Заполыхала строительная техника. И урезонивать народ в Сулажгару прибыли чиновники мэрии. Это не они, их предшественники объявили эту землю промышленной зоной 11 лет назад. Товарищ, Земляки, сулажгорцы, пожалуйста, можно я скажу? Товарищи женщины, забудьте вы к чертям свои проклятые прошлые. Политики самой разной ориентации тоже подтянулись и на гребне волны народного гнева обещают бороться за права жителей Сулажгары как минимум до единого дня голосования. И не пытайтесь меня оскорбить! Меня оскорбляли неоднократно! Хозяин сулажгорских земель и строительных магазинов бизнесмен Михеев, как заправский и непримиримый оппозиционер, сорвал овечьи шкуры с плеч народных избранников. На данном скандале просто хотят нажиться дешевой славой и проскочить в Петросовет. Продажные депутаты хотят забраться во власть и дальше пилить городской бюджет. Это тебе. Это мне. Это опять тебе. Это обратно тебе. С целью примирения населения и хозяйствующего субъекта заместитель председателя Петросовета выступил с экономической программой сменить назначение земли с промышленной на жилую застройку. Если господин Михеев продаст, я думаю, участки в черте города по 700 тысяч рублей, то он заработает таким образом 140 миллионов рублей. Я думаю, 38 миллионов, которые он заплатил за эту землю, они увеличатся в 4 раза. Его интересы будут учтены. Дитя мороженое, его бабы цветы. Смотри, не перепутай, Кутузов. На фоне такой долгоиграющей движухи вокруг застройки на окраине Петрозаводска пиар-акции в центральной его части, организованные так, чтобы не отходить далеко от партийного офиса, кажутся незначительными. В рамках проекта «Честная цена» руководитель региональной мониторинговой группы по реализации закона о торговле Лариса Подсадник провела рейд по крупным продуктовым магазинам. Она отметила, что карельский товаропроизводитель представлен в магазине недостаточно, а покупатели хотят видеть местные товары. При этом они даже готовы платить больше, знают это качественно, поэтому честно. А душе хочется чего-то другого. Билли! Светлого, большого. С таким настроением накануне единого дня голосования волна электорального восторга того и гляди вынесет на гребень популярности предвыборные куплеты, ставшие нарицательными. Выборы, выборы! В ненормативной лексике в искусстве не место. Музыкальные группы, в том числе «Ленинград», должны воспитывать молодежь в лучших традициях, а не в худших. Тем более, без мата, в принципе, обойтись можно. Заковыка, однако, в том, что если ругательная рифма отражает внутренние переживания избирателя, то это, как говорится, не вырубишь и топором. Скажите, пожалуйста, нельзя вот эту последнюю фразу взять и выбросить? Да, да ты чё? Роднёй всё и писалось. Во! Ага.